Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы приехали в Леруа Мерлен. Посмотреть, что у нас сегодня здесь за цветочки. Снять для вас обзор. Такие красивые тут пальмочки. Крупные очень орхидейки. Вот, смотрите, какая красота. Вот еще какая красавица. Цена на них. Что здесь у нас? О, такие красивые орхидейки. Вот есть монстеры. Правда, листья еще не очень резные. Маленькие. Наверное, чего-то ей не хватает. Цена на монстерке. Вот такие всякие пальмочки. Удобрения. Цена на удобрения. Кому-то может быть полезна эта информация, какие в Леруа цены на удобрения. Сниму для вас такой быстренький обзорчик, потому что я с детьми, времени не очень много, поэтому все быстренько. Вот еще такие. Ой, какие красивые милашки. Цена. Вот такие розовенькие красавицы. Очень много белых, в принципе, как и всегда. Море, море, море белых орхидей. Кстати, на кассах очень много таких красивых орхидеек. Сейчас попробуем туда быстренько дойти, вам показать. Сейчас быстро еще по горшочкам пройдемся, посмотрим, что здесь есть. Вот такие вот разные размеры. Такие вот цены. Леруа. Леруа у нас. Двойных горшочков здесь я не вижу, только все обычные. Вот еще орхидейки, вот ценочки. По крайней мере, стоят рядом со стеллажом с оценкой. Но цена у них вот такая. Но они уже такие немножко подвявшие. Вот. Такие красотки. Но очень много белых. Как всегда, есть цветные орхидеи, крашеные. Конечно, они будут потом просто крупные белые орхидейки. Вот, смотрите, какая есть красавица. Ну, на этом я заканчиваю свой обзор. До свидания, до новых встреч. Пока-пока.